Друзья, всем привет! С вами Санек. Сегодня еще один интересный тракторок. Человек прислал на WhatsApp коротенькое видео, фоточки. Вот. Говорит, что тракторок сделал его отец. Значит, что в нем? Двигатель 01 ВАЗовский, КПП ВАЗ, КПП ГАЗ, раздатка ГАЗ-69. Если я не ошибаюсь, мужики, мосты УАЗовские, вот. Так что, пожалуйста, посмотрите, зацените. Вот такое, друзья, коротенькое видео. Хотелось бы больше. Но Сергей, если я не ошибаюсь, говорит, что у его отца есть свой канал на Ютубе. Кому интересна данная техника, можете пройти по ссылочке, я ее закреплю в комментарии, чтобы вы там не искали, а вот сразу она на виду была. Можете пройти по ссылочке. Канал, там всего 4 подписчика, скорее всего, он даже в рекомендации никуда не попадает, вот, поэтому мало там просмотров. Можете перейти по ссылке, посмотреть другие видосы, там есть и подлиннее, в работе, задать человеку вопросы, возможно, он на них ответит, вот, возможно, снимет более детальный, более подробный обзорчик. И обязательно подпишитесь на человека, чтобы его техника все-таки попадала в рекомендации Ютуба. И другие могли все это дело посмотреть. И комментарии, мужики. Обязательно у человека оставляйте комментарии под всеми видосами. Это ему очень поможет. Ладно, всем пока. С вами был Санек. Хотите показать свою технику? Присылайте, будем делиться любую, без разницы, даже сколоченную из досок. Все, скоро увидимся.